Уважаемые товарищи, речь на сегодняшнем совещании пойдет о безопасности в стране в период проведения президентских выборов. Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, но будет не лишним, с учетом опыта на сегодняшний день, еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период. Детали обстановки нам всем известны, повторяться не следует. Однако, если есть новые моменты, прошу руководителей ведомств доложить и внести соответствующее предложение. Повторяю, задачу МВД и Генеральной прокуратуры. Все, кто оскорблял и продолжает это делать, запугивал и продолжает это делать, государственных служащих, военнослужащих, членов избирательных комиссий, особенно подчеркиваю, работников вертикали власти, должны быть привлечены к ответственности, как того требуют наши законы и Конституция. Я не единожды говорил о том, что у нас достаточно ресурса для того, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну.